Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас игра под названием TAPS, Totally a Great Battle Simulator. Давайте начнем сразу же играть, это интересная очень игрушка. Я начинал уже, посмотрел, как играется вообще, что тут нужно делать. Так что давайте мы просто посмотрим, что же это за игра, что же, как же здесь интересно, как же здесь очень интересно. Я не очень разобрался с управлением, поэтому... Если что, не бейте меня сильно. Так, здесь я понял, что нужно просто вот так вот расставить кучку прям и запустить, стартануть, так сказать. Тут они пошли драться. Все. А, какого цвета мои? А, мои красные, отлично. Press tab to continue. Мы выиграли первый уровень, второй уровень у нас с копьями. Значит, нам нужны защитники. Ну, не защитники, а щитоносцы, скорее. Вот так. Вот так. И вот тут вот так поставим. А вот тут мы больше ничего не поставим, потому что мы не рассчитали. Ну ладно, стартанем. Давай мы будем смотреть вот за вот этими, потому что здесь самое опасное. Да, мы уже проиграли. Хотя, в принципе... Да! Там наши накидывают, да? Накидывают, нет? Накидывают? Во, как хорошо как. Давай. Все, двое живы. Нет, что-то как-то это печально выглядит на самом деле. Как-то это очень печально. Ну, бей его. Лупать. Молодец. Один остался на двоих. Не бей. Промазал. Вставай. Лупать. Хорош, вообще отлично. Tap to continue. Victory. Видал, да? Прям напряженная какая борьба была только что. Так, здесь у нас... кто есть хоть? Этот уровень я уже не... Ой, не проходил. А как? Можно вращать как-нибудь? Нет, нет, нельзя. Здесь с дубинками, с камушками. Один олень. Олень. Два оленя. Два с камушками. И 8 с дубинами. Так, у нас есть 1400. 1400 это очень даже неплохо, я хочу заметить. Так, можно взять... Это сколько стоит? 120? 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре. Вот так вот двух этих поставить. И вот здесь вот тупо для количества бомжей вот этих. Опа! Хорош! А, ну все, мы в принципе выиграли. Это легкий уровень. Очень легкий уровень. Очень легкий. Мы прям вообще без всяких проблем выиграли этот уровень. Опа! Вот это да. Вот тут вот будет посложнее. Здесь... Да, кстати, вот, вот этого с камушками нужно ставить вот сюда. А что делает тут он? Bone Mage. Костлявый маг или что? Костяной маг. Можно как-нибудь вращаться, я не знаю. Вот мне вот так вот повернуться бы. Вот так вот бы завернуть, и было вообще классно бы. Но ладно, нельзя так нельзя. Так, давай, стонеры. Стонеров мы поставим вот так вот. Четверых. Нет. Вот так, вот так, вот так и вот так. Дальше идут... между ними идут копьеносцы. А за ними вот так вот кучкой вот эти чубрики. Так, стартуем. Копьеносцы, они бессмысленны против... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Все. Все, нас разместили просто в ничто. Tap to continue. Так, давай другую тогда, clear. Другую... тактику будем придумывать. Давай мы сделаем тогда много... А! Вот так вот сделаем. Потом вот сюда куда-нибудь копьеносцев. А вот сюда вот с этой стороны будут заходить вот эти. А вот здесь вот эти. И мы должны выиграть. Вот! Камушки кидай! Кидай, кидай камни! С тыла мои дошли. Зашли с тыла. Ой, печаль, как это все выглядит-то. Как это все печально выглядит. Очень печально выглядит. А можно взять на дурака, попробовать количеством взять. Но это глупо будет на самом деле. Давайте просто подумаем головой. Как же нам нужно правильно сделать это? Можно взять протекторов. Вот так кучку, да? Вот так, вторую кучку. Вот здесь поставить. Вот этих камушки поставить. И здесь камушки поставить. А больше ни на что не остается.
Но это как-то какая-то глупая тактика, мне кажется. Хотя, чё бы нет-то? Камнями бросаются, щитовики друг с другом дерутся. Нет, не дерутся. Щитовики друг с другом. Они умирают очень быстро. О! Так, заново. Так. Что же сделать? Я не знаю, что сделать нужно. Как клир? Клир на С надо было бы сделать. Ну ладно. Bone Mage. А что он делает? Что он вообще делает? Давай посмотрим. Едите его! А чё я раньше так не сделал? Это предводитель будет. Просто смотри. Все. Да это как-то странно. Это как-то очень странно. Это очень просто, я бы хотел сказать. Прям сейчас, прям 5 секунд. Опа, нормально. Это очень просто. Это Bone Mage, это мне повезло, значит, что меня никто не ударил-то, да? Из них. Так. О, какая здесь спокойная музыка. Здесь прям... Это мамонт? А у меня денег на него нету. Ого, какой большой, смотри. Смотри, какой большой. Что это? Кто это такой? Моргает. У него 2 глаза. Нет, не 2 глаза. У него 4 глаза. И они его все моргают. И вот так. Мне кажется, будет... Вот так будет вообще прекрасно. Все. Мне кажется, мы выиграли. А может и нет. А может и да. Ничего себе, тут молотками лупит, так гляди. Как-то беспроблемно, мне кажется. Как-то очень все просто. Что это? Что это? Это подобие на сумоистов, только без... Ну, не сумоисты, да? А, у них палочки. А, это бочки с палками. Отлично. На мамонта мне все равно денег не хватает, но... Да мы знаем просто. Тактика... Беспроигрышная просто, на самом деле. Вот такая вот тактика. Вот так вот просто делаем. И все. Просто вот так вот. Хренак. Ой! Ой! Там маги. Они ки... Это ведьмы, они кидаются этими... Как его называют? Они кидают меня отравляющими... Отравляющими с этими колбочками. Так нечестно. Так вообще нечестно, я хочу сказать. Тогда давай мы сделаем клир. Одного вот этого. 2 вот этих. Протекторов. И сзади вот так поставим. А, и вот здесь вот просто. А! Зачем я так сделал-то? Поставим одного мага. Протекторов вот тут вот кучку поставим. Поставим... Вот так вот, 3 этих чудиков. Вот так. И поставим вот так. Я забыл, может, я не так уже делал. Да они очень далеко кидаются, так нечестно. Бдю. Вот тебе и будет бдю, блин. Это имба какая-то. Чего они так далеко кидают-то? Давай посмотрим из глаз противника. Как это все выглядит. Это все выглядит очень-очень-очень здорово. О, горит. Устал. Копьенос, ну кидайте вы, елки-палки, ну в конце... О, хорош, хорош, хорош. 1 остался. Это идеальная победа, я считаю. Так, давай посмотрим дальше, что у нас за уровень получится. Ой, а что это? Ого, а сюда нужно этих стонеров поставить. Вот так вот, кучкой. Или стой, сколько у меня денег? Здесь мамонта могу поставить. Ого, вот это да. И этих копьеносцев. Стартуем. Смотри, какой он большой. Смотри, какой он большой и глазастый. Вот так вот. Ого, вот это да. Вот это я понимаю. Вот это здорово. Вот это классно. Вот это здорово. Все, вообще можно просто мамонта было одного поставить. И все, и я бы выиграл. Классно, мне нравится. Вот. Так, здесь у нас что? Так, здесь у нас косильщики. Косильщики и эти, как их звать-то?
отравляющие дурачки. Поставим вот так, 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 вот так. Стартуем. Ого, а я их не увидел. Я их не заметил, я думал, там нету никого, а я... Ого, ничего себе, ты такой жесткий-то. Ты давай так не делай больше. Идите, вот смотри, как он классно делает. Вот его прям косу так вот машет перед тобой. Точнее, не перед тобой, а именно в тебя машет-то. Но мы выиграли. Мы выиграли, мы идеально сыгрались просто. Классно, мне нравится. Обращайтесь, я тактик вообще, голова работает только так. На тактику работает. Вот. В принципе-то, так, клир, говорит. Нет, не клир. Так, у нас что здесь? У нас здесь рыцари. Рыцари и... О, можно вилками драться. Харвестеры. Вот этого двоих поставлю. Вот так вот пузатых мужиков поставлю. Фермеров поставлю. И поставлю вот эти две бочки. И все. Все. Мне кажется, это проще некуда сейчас. Вот эти вот, которые с надобьями кидаются, эти закидают их. Хотя что-то как-то грустно получается все, я считаю. Точнее, не считаю, я вижу, как грустно все получается. Кинь его, молодец. Кидай в этих. Иду же ведь на тебя, кидай. В конце концов, сам себя кинул, дурень. Зло. Злит меня все это, злит. Так, давай попробуем тогда задавить толпой. На дурака. Но вряд ли, их одинаковое количество, только эти еще и с мечами. Они просто кидаются, так нечестно. Так, давай сделаем вот так тогда. Фермер будет предводителем. Стартуем. По той же схеме. Только уже грустиночка какая-то. Мне кажется, это как-то вышло из-под контроля битва. Битва выходит из-под контроля, а точнее она уже вышла, потому что сейчас они все почти живые, и они идут на меня. Так, давай тогда вот так вот сделаем. На покос, ребят, отправим. Ну, что-то как-то это неравная битва совсем. Хотя, в принципе, смотри, они даже не умирают с первого раза. Ого, меня камеру как дергает, вот так вот аж вообще прям. Блин, мне как-то неприятно смотреть. Так, что это, остались... Опа. Ну как так-то? Ну все, убили меня. Так, давай тогда попробуем. Стартуем. О, прикольно, слушай. Такого подачи надо было поставить. Да, вот этого чудика надо было поставить подачи. А это что такое? О! Все, блядь. Отыгрался. Это как-то это очень грустно. Он кидает просто издалека. Пусть он дольше всех живет. Чё эти вороны не убивают никого? Давай. Грустно все это. Давай еще разок попробуем. Давай сделаем вот так. Нет, это как-то глупо. Фермеров поставлю. Это не глупо. Стартуем. Этот кидается в битву. Опа! Эти бьют вилами и воронами. В голове как-то было все гораздо эпичнее все-таки. Но нет, нет, это мы уже проиграли. Так, давай сделаем тогда... мили, говорит. Тут милишник, их нужно брать расстоянием. Вот так вот.
куда пошел-то? Можно их всех закидать просто зельями этими? Они умрут от зелья. Если умрут, то это здорово. Они какие-то загипнотизированные, что ли? Они вот пьяные ходят. Нет, только этим не справиться. Давай мы сделаем вот так. Пошен вот туда, вот сюда и вот сюда. Ну и вот сюда поставим. Вот сюда одного харвестера. И все, в принципе. Больше ни на что не хватает денег. Куда он все время бежит? Вообще. Просто. Закосил. Просто косит, ребят. Просто мои тоже падают из-за того, что те кидают... ну, мои же мои кидают, и мои же, так сказать, это, косят. Подкашивают. Ни хрена себе, он ему в лоб просто зарядил. Осталось всего ничего, ребят, давайте. Кинь ты в него! Блин, все равно что-то не так. Давай сделаем это кучу фермеров. А это в конце... Нет. А это впереди всех пойдет. Он просто кинется, они на него все скинутся. Вот. А фермеры будут на вилы всех сажать. В принципе, я считаю, очень даже неплохой вариант. Но я думаю, что что-то мы как-то не выиграем совсем. Какие-то они непробиваемые совсем. Какой вы все подходите-то? Зачем вы все пришли сюда, эй? Дурачки, что ли, в конце концов? Это кто там? Кто здесь? Здесь никого нет. Че происходит? Так попади ты в него. Выиграли, нет? Неужели? Отлично. Так, я думаю, что на этом нам нужно будет закончить. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии. В следующей серии мы продолжим прохождение этой чудесной игры. На этом всем пока. Всем спасибо. И еще раз всем пока.